Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Вот сегодня я хочу разложить банкноты, те, которые у меня есть в наличии, вот в этот альбомчик, который я вам уже показывал. Здесь такие листы у нас. И вот сейчас мы будем изымать из этого альбома. Так, это у меня скошены троечки. Это немножко Россия. Скошенным. Управляющие коншены, разные кассиры. И Шипов один есть. Так, ну это нам не нужно. Но нам нужно вот это. Видите, я здесь сейчас этот отложу подальше. А с этим будем работать. Вот так вот мы снимаем. Здесь листы тот же формат, как и эти прокладочные листы. Ну так, видите, 1.3.5.61 года образца. Ну, пятерочка у меня по-другому повернута. Пятерочка по-другому у меня немножечко. Вот, но ничего, все равно. Видите, как получается хорошо, хорошо. Следующий лист вот такой, 10.25. Но у меня здесь еще полтинничек. Почему здесь на два листа, если влазить так? Полтинник, видите, я который хочу заменить на немножечко с перегибами такой. Его нужно, наверное, под пресс. Вообще хочу новый приобрести, видите. Так он у меня лежит, и я, как говорится, не чешусь. Есть да и есть, а его нужно подменить, конечно. Хотя так, уголки хорошие, все, если его подпрессить хорошо, то можно. Так, ну ладно, пока я положу так, как есть. Видите, это у нас 10.25, здесь, ну, видите, еще полтинничек. А сюда, наверное, 25-ку положу. Вот третью бумагу на этот лист могу положить 25-ку с ультрафиолетом есть и без ультрафиолета. Как раз вместо полтинничка сюда это место она может и занять. Потому что здесь две, а в лист три вкладываю. Так, здесь полтинник и соточка это. Видите, немножечко надо все переделывать у меня. Соточка вот она, а полтинничек там с той стороны. Это нужно на две ячейки, наверное, лист брать и тогда делать. Но я пока оттуда сюда перекину, а там будет видно, как и что. Так, и потом уже все разложу и все будет хорошо. Просто это мне интересно посмотреть, как это выглядит. Так, это у нас 91 год пошел. Видите, и лист 91, и это 91. Значит, мы ставим. Понимаете, много разных банкнот получается, которые здесь не обозначены на этих листах, не отпечатаны. Разновиды всевозможные, по номерам что-то, интересные номера. Вот, видите, вот здесь как-то получилось именно так, как и было задумано. Видите, десяточка, это 91 год. Вот, видите, а там чуть-чуть что-то добавлено. Вот, мы также ставим. Это все Россия, господа. СССР сначала, а потом уже Россия пошла. Так, здесь у нас что? А здесь тоже всего разного, видите? Два полтинничка у меня здесь стоят, потому что поле, видите, белая полоса, вот это вот поле, она узкая, а здесь широкая, более пошире. Видите?
узенькая, здесь пошире, поэтому я здесь две храню. Хотя это должно быть другие банкноты, но это все разновиды у меня идут. Соточка там уже была, здесь по буквам у меня немножко. Ну, что-то парное есть, что-то на обмен. Поэтому этот лист как промежуточный сюда закину. Тоже с материалом коллекционным. А вот этот как раз лист будет тот, что вот соответствует действительности. Вот 500-ку поменять надо. Тоже она не айс, как говорит молодежь. Видите, она так чуть-чуть тут перегибчик виден, но тут вот чуть-чуть немножечко как бы вот уголочек, но они есть, и я как-то не очень заморачиваюсь пока, но что везде не успеешь. Видите, этот лист, вот он, все это как раз то, что нужно. Поэтому где-то по два листа буду класть материала. 50-100. Почему здесь 50-100? Они, наверное, там должны быть, видите. 50-100 они должны быть вот здесь. Вот. Угу. Да. Вот. 50-100 это вот здесь. Тут и полтинники, и соточки там были. А листик остался. Угу, восьмой. Так, вот эти два листа мы уже посмотрели. Сейчас будем ставить сюда. Так, это у нас вот это пошло. Видите, 200, 500, 100. Это у нас 92-й год. Здесь мы видим. Вот он. Вот он с розеточками. 92-й год. Поэтому это все соответствует. Мы ставим. И этот не забываем переворачивать. 5 и 10. Они у меня здесь. 5 и десятки. Видите, как здесь у нас 92, 92 и 93, и даже у нас здесь модификация идет, видите, модификация, как мы видим, 94 года, видите, 10 такая, 92, 93, но это модификация. Здесь мы видим 92, 2. 92-й день. Почему их по две, когда не влазит в три? Видите? Здесь на две, а здесь три. Ну, ничего, ладно, чуть-чуть. Так, со смещением. Так, вот тут вот у меня три штучки подошло, я в раннем видео показывал, вот этих соточки разных серий и разной бумаги, еще серая должна быть. И это здесь надо над этим вопросом тоже поработать. Не все у меня по разновидам, но ладно, пока хотя бы так. Вот и соточка, видите, она, оказывается, у меня со слабым перегибом, хорошие уголочки, но, видите, давно не смотрел, думал, все в порядке. Здесь слабенький перегиб, я как раз взял три банкноты абсолютно новых. Вот этот вот расклад, видите, 100, 200, 500, мы их тоже так ставим и переворачиваем. Так, 1005. А где же у нас 5? Я что-то... А, наверное, у меня такого разновида нет. Пип
пятерка-то у меня 92-го, это 93-й. Видите, всего и не усмотришь. Это 1000. Вот она. 93-го. Ну, 93-й. Хорошо. Потому что там еще есть разновидов. Некоторые нужно докупать, короче говоря. Видите, десятка 93-й. 257, 258, 259, все по порядку идет. Но здесь у нас, так, это у меня, видите, этих вот как раз у меня и нет. Ни этой, ни этой нет. Смотрел я одну за 4000. Там продавец такой, у него много отрицательных отзывов. Там говорят, ты одно заявляешь на мешке, другое высылаешь и так далее. Что-то я его чуть ли не в черный список закатил, а бумагу не купил. Подожду. Поэтому тут еще нужно как-то удачно. Вот они. Там десяточка была, вот она, 94-го. Пятерочки 94-го у меня нет. И этой тоже нет. Тоже смотрел. 3,5, кажется, тысячи вот это. Можно взять в состоянии пресс даже можно найти. Сейчас цены на новые падают, так что такое время. Так, а теперь мы вот смотрим, ведь это вот с этого листа 1000, 5000, 10000 банкноты уже дорогие, вот эти уже дорогие, уже за 1000 поднялись. Так, этот перевернул. Так, здесь 50, 100, вот это, этот листик. Видите, вовремя взял. Это уже дорогие сейчас банкноты эти. Про эту вообще молчу. $800. Так, вот следующий листик. Вот здесь нужно уже будет мне, видите, пятерочка 97-го. Они ходили, это из этого цикла, что сейчас ходят. Но ее как бы упразднили, металл пошел. Как сейчас на Украине. Вместо бумажных одной, там 2 гривен, 5 гривен и даже 10 уже выпустили монеты. Здесь тоже монету выпустили, и она упразднилась. И здесь тоже выпустили монету, упразднились. Ну, говорят, что полтинничек будут. Вот десяток уже нет в обиходе 2004 года. Я там немножко оставил себе, чуть-чуть в прессе. Ну вот столько может быть. Также и полтинников, и соток пресс откладываю, потому что пресс сам по себе, если он пресс, он уже просто в наценке. Особенно если редкие номера, то. Ну вот, пятерочка, это у нас ушко. Видите, ушко на пятерочку начинается. У Е5, это пятый опыт. Тоже она не сильно убитая, но, видите, выловлена с обихода, поэтому я ее оставил. Здесь у меня сейчас пойдет, наверное, все немножечко в разброд, потому что здесь будем заниматься отдельно, разновиды отдельно я положу с этого альбома. Этот альбомчик я... Ну... Этот альбом я выставлю все так, как по картинкам. А здесь у меня лежат, видите, не по порядку. Это вот полтинничек образца 97-го года. Видите, здесь мы видим. Ну, конкретно 97-го, первый выпуск. Вот это 97-го сотка. А вот это 2001-го. Видите, вот тут написано, что 2001, вот они такие. А сейчас пошли уже другие. Модификация, защита другая и так далее. Поэтому, видите, я пока так
все сложу, как бы не очень это все подходит здесь, но я буду как раз перебирать это все дело, и оно пойдет, потому что эти десятка 2001 уже модификации, полтинник 2001 и соточка 2001, еще одна. Видите, это 2004. Угу. Ну вот, видите, тут нужно конкретно просто систематизировать все это дело. Так, 1000 у меня, видите, она здесь. Вот это 97 года. Вот она. Вот 97. Сейчас она стоит дорого, это 1000. Это у меня 1000 следующей модификации, последней. Ну, здесь видите, как я подобрал красивый номер. Тройки и нолики. Так, вот это вот у меня. Смотрите, 179 и 179 в обратку и 7 по центру. Это антирадар номер. 179 и в обратную 179, или вот 17 979 71. Ну, это как бы номер, он стоит подороже номинала, конечно, поэтому я его здесь держу. Так, ну ладно, пятерочка у меня где-то лежит в другом месте. Вот это еще не раскладывал. Это вот я положил. Угу. Видите, как заниматься надо. В разброс все подкладываю, там то все. Но, в принципе, все есть. Вот образца 2004 года. Банкноты все в прессе. Видите, тут тоже две бумаги, хотя три здесь влазит. В оптиму три для этих банкнот самое то, что надо. Почему здесь две, я не знаю. Взял такие листики, ну вот, придется как-то с этим мириться. Ну ничего, главное, что есть на что равняться. Так, пятисотки. Ага, вот они, да. Это разные пятисоточки. Вот это у меня лежит, она не в очень хорошем качестве, у меня есть лучше, но все равно лежит, потому что она другой модификации. Это вот последняя. Тоже номер интересный такой. Чуть-чуть бы еще вместо троечки четверочка. Видите, было бы очень-очень прекрасно. Видите, всего-навсего одна цифра. Здесь, видите, тут парусник плывет, и картина совсем другая. Здесь совсем по-другому исполнено. Видите, разные картинки, разные годы выпуска образца. Считается 1997 года, но с изменениями. Видите, изменили сильно пятисотку. Да, как я уже сказал ранее, она у меня есть, пятисотка такая, и не в одном экземпляре. Так, это 10. Что там у нас дальше? А, юбилеечка пошла и такое. Ну ладно, это мы перевернем пока. Это все соберем до кучи, подытожим все, вставим. Это все будет у нас. Просто я вам показываю, что и как. Вот видите, тоже первое Сочи, Олимпийские игры. Видите, здесь две больших А серия, две малых, и большая малая как замещенка считается. Это подороже, это подешевле, где-то одинаково продают, но они дороже с каждым днем. Вот, ну, у меня полный боекомплект здесь, поэтому мы ставим. А здесь только одна указана, видите, тут же это по той же системе. Видите, это крымские соточки,
Здесь одна указана, а здесь на самом деле 3. КС маленькая замещенка, КС большая и СК большая. Вот она. Тоже мы все знаем об этом. И для нас это не секрет. Вот видите, тут всего нужно 3 бумажки поставить. У меня здесь уже 6. Еще плюс футбол 2. Футбол 2. Так, это что у нас еще? Почему она здесь? А, здесь несколько штук подряд номера. Это 200-ки, это 100-ка у нас ОО, вот она, знаменитая ОО. Видите, правда, первый опыт, говорят, что первый самый проще, но тем не менее 40 тысяч экземпляров, хоть первый, хоть пятый идет. Поэтому 40 тысяч вот тираж таких ООшек, разных опытов, представляете? И вот в первые дни, помню, когда они вышли и выставляли их, я ее выиграл в аукционе за 400 с чем-то рублей, но с почтой там сколько получилось, пусть 500. А тогда они стояли 8 тысяч до 8. Но сейчас цены тоже разные. Вот она ООО, вот он. Это как бы ООО, как бы замещение идет всех опытов. Поэтому тех по миллиону каждого было, а этих по 40 тысяч где-то. Ну, там замещение там точно определить нельзя, но все равно что-то в этом роде. Так, тоже где-то у меня... Так, пока это тоже сюда кинем. Здесь почему она лежит? Это тоже, видите, антирадар. 892 и в обратную сторону, с той стороны 892-4. Тоже так вот материал лежит, везде не успеваешь. Что делаем? Так, ну и современные 2000 тоже у меня, как и 5000-ные, они у меня лежат в другом месте. Надо будет их сюда положить. Ну вот такой вот альбомчик. И когда все тут выложить, все последовательно сделать. И видите, как бы. И банкноты здесь, и конкретно номер каталога, год выпуска, все здесь прекрасно. Вот. Поэтому альбомчик неплохой получился, и конкретно он как бы по СССР и России. Вот такой вот альбом. Спасибо всем за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был канал «Деньги мира» с Олег Эко. Пока-пока.